На ферме обитают разные животные. Но как они называются? Всем фантастическое приветствие! Меня зовут Александр, а это говорящая ферма от компании Чико. На ферме Чико живут котик, поросенок, уточка и еще 8 животных. Игрушка обучит ребенка названиям этих животных и звукам, которые они издают. Обучение происходит на одном из двух языков – русском и английском. Есть 3 режима игры с возрастающим уровнем сложности. В первом мы узнаем названия цветов, животных и цифр. Желтый утенок. 8, 4, 5. Во втором режиме ребенку предлагается послушать звук, который издает животное, и нажать на кнопочку с его изображением. Which animal makes this sound? Great! This is the orange cat. В третьем необходимо послушать вопрос и нажать на кнопочку с правильным ответом. Найди черная лошадка. Отлично! Это черная лошадка. Не забудьте подписаться на наш канал и поделиться этим роликом со своими друзьями. Нажимая на кнопочку нотки, ребенок сможет услышать 8 различных мелодий. Большое количество элементов на корпусе, которые малыш сможет нажимать, также влияет на развитие мелкой моторики пальчиков и рук. Приобрести эту обучающую игрушку вы можете на сайте fantastic.by или в одном из наших стационарных магазинов. А если у вас остались какие-нибудь вопросы, смело пишите их в комментарии под этим роликом или воспользуйтесь услугой видеоконсультации на нашем сайте. Все необходимые ссылки есть в описании.